понял, что будет. Ой, капусцины свистят. А вон какой деловой стоит. Ага. С таким деловым лицом. А вон какой такой. Где? Ага. Вот этот прямо. Да. Вот такое лицо какое-то странное. Вот, вот этот вот. Так, мои очки не трогают. Так, аккуратно. Очки, телефоны, все аккуратно. Вот они очень шустрые. Они глазом не моргнешь, они уже лапу. Раз и все. И очков нет. О, чешется, смотри. Только чешется у него. Такой смешной. Сейчас как прыгнет куда-нибудь. Резко. Почему у него такая мордочка? А вот такие вот у них серьезные лица, видишь? Ага. Строгие лица. Ага. Вот так смотришь, он строгий очень. Эва, кепка нужна. Ой, ой-ой-ой, не-не-не, мальчик. Не, ты меня не проведешь. Ты меня, мальчик, не проведешь. Я знаю твои повадки. Сейчас грызет. Ага, попали. А вон маленький, смотри. Ребеночек. Ой, хоть бы очки мои дорогие. Не стырил у меня. Не надо. А то потом этих очков тут и не найдешь. Кепки не надо. Попался? Ага, не, мальчик. Не. Кепки не стучат. Попался? Нет. Ни в коем случае. Это батёк. А, очки. Очки, да? Да что ты смотришь? Что у нас, да? Ну, конечно, это же воровская натура. А, ты не знаешь? Воришки. Воришки. Да, пока будет в нем. Да, мы скажем сверху. Вот знаешь что, дай им яйцо. Ты же заглянул смешное яйцо. Они его начнут сейчас бить вот так. Сейчас посмотришь. Смотри. О, пошел. Так, куда ты его понес? Ну, давай. Наблюдай. Тебе тоже дать яичко? Смотри. Дай. А ну дай это, что будет сейчас, как он будет его есть. Ага, это сейчас мне сейчас перекнал. Ну дай кому-нибудь. О, вот его, я хочу вот этой дать. Ну дай это. Я да. Крупная. О, мать или отец. Они просто в тот раз, когда мы давали, они так смешно их ели. Ага. Все яйца пожрали. Вон, смотри, где наверху аж сидит ес. Че себе. Смотри, куда его занесло. Да нет, никак не надо. Он там, смотри, он пьет, кто не знает, правда. Слышишь, дома такого, да? Он там все переворотил. Организм. Ну, а этот разбил, а тут открыл. Да. Петрушка не едят? Давайте соломки не едят. Нет, они, по-моему, ну, может, зелень едят, я не знаю, попробуй. Но не больше вот такое вот. Яйца любят. Пошли. Дайте соломку купим, кормить. Они ест чуть-чуть. Прям соломку. Я знаю, фрукты кушают, а вот эти яйца кушают они. Виноград будет? А ну дай виноград, кстати. Может будет виноград, но будут. А ну-ка. Смотри, ест виноград. Ну как? Ну, давай еще. Давай. Опа. Ой, Боже, мама, такое счастье, Боже, реально как дети, знаешь? Как дети, да, маленькие, шустрые дети. Может, очки, чтобы у меня не стырили? Не-не, аккуратно, потому что они очень шустрые, они лапы протягивают ага, в секунду. Когда ты не задышь, да, сверху можно это. Да, ох, как качается, смотри. Акробатический сюжет. Смотри, вообще. А ух ты какой! Устроил себе качельку. Боюсь. Я вот это хочу. Давай это. Ушел. Опа, качается. Шустрый. Боится. Это, видимо... Да, тянет. Это, видимо, самый такой. Что-то ты боишься. Может, мама или папа какой-нибудь. И как он качается? Он еще не доел. Что
как-то медленно кушает виноград. За тарелку принес. Вообще не шутка. Тарелку. Ну, давай посмотрим, где этот мальчик, попрыгунчик. Вон он пошел. Пошел там попрошайничать. Следующему. Вот там что-то получили. Хитрые морды. Дай, поделись. Очень клевый. Ой, да, с таким серьезным лицом. Серьезное лицо. Серьезное. Что-то он больше всех понравился. Ага, понравился. Ну, то, что крупное. О, качается. Этот везде курсирует, знаешь? Вот да так. Не шустрый, они тут все курсируют. Смотри. Я хотела вон там удать, этот уже опять прибежал. Ой, какой интересный. Ну, да. Я поняла такой. Еще тебе? А, тебе, да, ты просишь? Ксюша, иди. О. Вот просит. На бревне капусты. Ксюша, иди сюда, капусты, дочь. Капусты на бревне. Смотри, просит как. Убежал, да. Ой, а что ты? Рык. О, Надя, как он. Ты что так, плохо катается. Видишь? Не нравится? Он виноградин. Не то? Ой, Ксюшка, да. Твои посыпались. Ой, надо подальше, а то кусочки. Больше виноград понравился, чем Ксюшке. Да, они любят виноград. Они не просят их. Очень любят. Шустрые капуцины. Не, сушки они вряд ли. Вот виноград. Что-нибудь нет. Такое любят они. Нет, не то. Бананы. А бананы надо ломать или мерзать, я не знаю. А мне кажется, они сами эти бананы раскрывают. Сами, да, их чистые. Они нет, шустрые, сильные. Маленьким, да? Ну вот эти, вот большой какой-то почистить отдать, а мелким надо нарезать. Этот везде, все, залежка себе. Держи. А держи и урони. Ну, зачем нам банан и жирафа? Ку-ку. Ну вот там один жираф есть, а потом нет жирафа. Аккуратно, так близко не подходи, то они, да. Они шустрые, могут своровать. Могут все. Сейчас проверим, на вот этом будешь есть? Бояться этого. Ты нажми. Не снимаешь, дочь. Видеозапись его здесь же. Он так сидит, ждет. Нажми на красную кнопочку. Серьезным видом. И снимай, иди. Серьезным видом. Попробуй туда. Ксюша, поверни сюда, дочь. Ты что, хулиган? Он больше винограда. А, виноград. Одна маленькая. Да, им нравится больше такое маленькое и кругленькое что-то. Это только виноград. Ты ему сушку даешь, банан с соль виноград. Одна маленькая. Молодец. Бери. Бегает вверху и так бегает. Там он тут качается. Я так покачаться тут так хочу. Детство вспомнить, да? На сверху. Угу. Они тут везде. Они боятся этого. Что, не идет у тебя? Идет.